Огромный привет, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта AliExpress. Как я предполагала, к 11 числу пришло очень мало посылок. Они все здесь в Эстонии, но опять же задерживаются на таможне. Конечно, это очень меня сильно огорчает, но к киберпонедельнику все они уже будут у меня. Но если не все, то большая часть. И сегодня вам видео покажу те товары, которые я уже, возможно, когда-то показывала. Я перемешаю их с новинками. Может быть, что-то у вас это лежало в корзине. Вы ждали своего часа, наконец-то, чтобы можно было заказать со скидкой. Поэтому здесь я вам покажу те товары, на которые продавец реально делал скидки. Но часть из них так точно. И, возможно, вы после моего видео решитесь как раз на покупку этих вещей. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И давайте первое, что я вам покажу, это как раз из нового, что успело ко мне дойти. В прошлом видео я вам показывала кофемашину от марки Biolamix. Я надеюсь, я правильно произношу, я не знаю, как точно будет. И говорила, что мне очень понравилось качество. Реально, качество просто супер. Уже сколько месяц с чем-то мы пользуемся этой машинкой. Абсолютно никаких нареканий. Мне нужен был ручной блендер для того, чтобы делать разные смузи, для того, чтобы печь блины, потому что у меня постоянно и Женя, и Лев просят блины и оладья, поэтому я решила вот себе немножко сделать все гораздо проще и заказала у них вот такой вот ручной блендер. Стоил он на тот момент, когда я покупала, 30 евро, 32 евро сам блендер, плюс 8 евро я заплатила за доставку из Польши. Пришел он ко мне за 3 дня и принес мне его курьер. На момент распродажи, по-моему, будет стоить 24 евро, ну и плюс доставка, если в вашу страну она будет платная. В общем, выглядит супер стильно и по качеству просто супер качественно, вообще никаких нареканий у меня абсолютно нет. Он достаточно такой увесистый, но очень удобно его держать в руках. А здесь это, вот это, ну, все это, естественно, металлическое. Вот, поэтому могу рекомендовать вам к покупке. Он очень прост в использовании, он не очень шумный. То есть, например, Лев вообще абсолютно никак не реагирует на него. Хотя вот блендер у меня есть такой большой, он его побаивается. Это единственная вещь, по-моему, из бытовой техники, которая просто заставляет его сильно нервничать. Здесь мы пробовали и вот этот обычный, и также вот с такой вот чашей. Вот еще есть, здесь можно смузи делать. В общем, все в порядке, ребенок не боится, всем комфортно. И все, что мы как бы делали, и суп-пюре делали, и вот и смузи, все отлично получается. Здесь все очень остро заточено, поэтому нужно быть очень осторожным. Так что могу рекомендовать покупки, супер стильно выглядит. Еще раз повторюсь, мне как раз нужно было что-нибудь такое черное, потому что на кухне в основном вся техника у нас черная. И я вот хотела еще заказать у них, знаете, есть, продается аэрогриль, типа как у Тефаль, но стоимость его, в принципе, такая же, вместе с доставкой мне бы 160 евро обошелся, поэтому, наверное, у них заказывать не буду. Но у них есть очень классная фритюрница, которая жарит без масла. Вот ее подумываю заказать для того, чтобы делать рыбу, мясо, картошку, ну, в общем, чтобы более такое полезное было. Ссылку обязательно на него оставлю, и также оставлю вам, можете посмотреть на вот эту фритюрницу. Я еще не заказала, буду 11-го, потому что на нее будет 20 евро скидка. Далее, что я могу вам посоветовать заказать, если вы находитесь в поисках хорошего качественного штатива. Я всего с AliExpress заказывала штативы, наверное, ну да, вот это, по-моему, второй раз, и второй раз был самый удачный. С первого Лев делал ракету, и он через некоторое время сломался. С этим штативом что только не было, он в отличном состоянии. Это просто вот такая вот палочка, которую очень удобно носить с собой. Здесь вы видите пульт, который через Bluetooth присоединяется, и все это дело выглядит вот так вот. Он очень интересно открывается. Посмотрите, насколько вы можете его удлинить, то есть он, в принципе, вот такой вот длинный. Здесь все это, естественно, поворачивается, если вам надо. И также вы можете использовать как штатив, потому что ножка у него на три части вот так вот раскрывается. И вот у вас есть готовый штатив. Что мне в нем очень понравилось, что он достаточно высокий для того, чтобы делать какие-то видео, допустим, которые вам нужны. И вам подойдет это, если вы, например, ведете, опять же, какие-то блоги, когда вам нужно снимать вашу продукцию, то, что вы делаете. Он действительно очень прочный, он полностью металлический, и я осталась очень довольна покупкой. Да, он стоил не 5 евро, но я уже поняла, что на AliExpress за 5 евро, если закажешь, то потом, в принципе, нечего жаловаться, потому что, ну, такие удачные заходки, потому что за такие удачные находки за 5 евро, они остались, наверное, где-то в прошлом. Сейчас везде стоимость на все товары поднялась, и я заметила, в общем-то, чем дороже я покупаю товар на AliExpress, тем дольше он мне служит. Некоторые вещи, вот как раз с момента того, как я их получила, уже 3, 4, 5 лет где-то прошло, и они до сих пор находятся в хорошем состоянии. Поэтому очень вам рекомендую присмотреться именно к этому штативу. Нет смысла тратить там, вот, ну, есть такие селфи-палки, даже вот эти вот там, ну, 5-6 евро стоят, вот у них срок службы, ну, не знаю,
Если никто не будет притрагиваться и что-то с ними делать, а вы будете только по назначению использовать, ну, может быть, год он где-то прослужит, потом этот пластик начинает трескаться, ломаться, поэтому советую сразу присмотреться вот к более таким качественным вещам. Так что ссылку на этот штатив я тоже оставлю вам в описании под видео. И также, девчонки, хочу вам напомнить, что если вы присматривались к этой кофемашине, которую я показывала в прошлом видео, то на нее будет действовать реальная скидка. Я говорила уже, что я покупала ее за 115 евро. И на момент распродажи 11.11 она будет стоить 92 евро. Просто у нас там в комментариях в предыдущем видео девушка одна написала, что скидки 50-100 рублей обычно бывают. Ну, типа, какой смысл заказывать с AliExpress? И вот как раз я привела в пример вот эту кофемашину, потому что я могла бы ее, конечно, 11.11 заказать, но мне хотелось получить ее раньше. Но вот, как я уже говорила, на момент распродажи она будет, ну, практически на 20 евро дешевле. И далее, к чему я еще советую присмотреться на AliExpress в момент распродажи, это разные детские товары. Хочу вам показать вот такие вот резиновые сапоги, детские, очень легкие. Знаете, они сделаны по типу кроксов, это уже вторая пара, которую я заказываю Льву. Здесь вот есть такая бирка, он фанат щенячьего патруля, поэтому ему, в принципе, все равно, что я закажу с этой тематикой. До этого у нас были красные такие сапоги, и также я заказывала на лето кроксы, в которых он благополучно все лето отгулял, они, ничего с ними, в общем, не произошло, все в целости и сохранности. Я думаю, что на следующий год он тоже сможет их носить, но если у него, конечно, нога слишком не подрастет, потому что они ему были чуть-чуть большеваты. А красные сапоги, которые я заказывала, он ходил в них в садик и также на прогулку во время дождливой погоды, с ними тоже было все в порядке. А я брала их, конечно же, на размер больше, потому что туда одевался носок какой-нибудь потеплее, когда осенью, я имею в виду в наши красные предыдущие сапоги, когда осенью уже было довольно прохладно, но они, кстати, знаете, как это сказать, термоустойчивые, что ли, они сохраняют тепло, тоже неплохо. Конечно, зимой я их не порекомендую носить, но всю осень, мне кажется, их можно спокойно относить, так что ссылку на них тоже оставлю в описании. Также на что вы можете еще обратить внимание во время распродажи, это вот такие просто неубиваемые сумки. Кто помнит, я заказала ее, наверное, где-то 1,5 года назад, и я довольно часто ее ношу с собой, потому что она очень удобная. Здесь есть вот такое отделение, тут немножко у меня мусора, но это, как обычно, у меня в каждой сумке есть. И также еще одно отделение. О, кстати, интересные находки, карандаш от Купа. В общем, очень-очень классная вещь, и она действительно неубиваемая. Здесь у нее вот такой вот ремешок спортивный. Можно сочетать ее абсолютно с любым типом одежды, мне так кажется. Ну и цвет, конечно, мой самый любимый. Я до сих пор никак не отойду от любви к зеленому цвету. У меня даже комната, ну, одна стена полностью сделана зеленой, диван зеленый, ковер зеленый. Но я обязательно потом буду снимать видео. Мы сюда купили новую мебель, это немножко такое небольшое отступление. Ну вот, в общем, к этой сумке я тоже рекомендую присмотреться. Я, если честно, не знаю, есть ли она еще в наличии. Я покупала ее, по-моему, за 20 евро плюс доставка. Есть ли на нее скидка, я тоже не посмотрела, но если найду, я ссылку обязательно вам оставлю, вы сможете сами посмотреть, возможно, она сейчас, там, не знаю, может быть, евро 15-17 стоит, и вам такой тип сумок нравится, думаю, сейчас самое время покупать. Мне еще понравилось, что у нее вот фурнитура, знаете, она как состарена такая, больше, наверное, бронзовая, чем кислотно-золотая, которую я просто ненавижу, и здесь ничего не стерлось, до сих пор сумка, ну, как по мне, так в идеальном состоянии находится при таком частом ношении, как я, ну, и как я ее использую, при таком частом использовании, она выглядит очень хорошо. Дальше дубленка, которая, я уже рассказывала, пришла мне с биркой Zara, вот. И девочки ходили, сравнивали эти дубленки в магазин Zara. Кто-то писал, что вообще нет абсолютно никакой разницы, кто-то писал, что в Zara дубленка чуть-чуть потяжелее. Но и разница в цене, я покупала ее за 40 евро, в Zara, по-моему, она стоила 5000, что ли, ну, рублей, я не знаю, потому что я не в России живу, а в Эстонии, но брать не буду. Тоже в идеальном состоянии, зимой постоянно носила ее с белым теплым костюмом, и тоже считаю, что это одна из моих самых-самых удачных покупок на AliExpress. Я еще фотографию ставлю, и себя в ней ставлю, как она вообще на мне выглядит. Тоже присмотритесь, возможно, на нее будет скидка. Это действительно достойная вещь, и соотношение цены и качества здесь просто супер. Вот сейчас записываю видео и вижу, приходит оповещение, что 10 посылок уже снова пришли в мою страну, так что реально надеюсь, что на киберпонедельник будет все в порядке. Также хочу вам посоветовать присмотреться вот к этим корзинам, которые я тоже показывала в одном из видео. У меня мнение о них, конечно, не поменялось абсолютно. Я в ванной комнате храню, как я и хотела, полотенца в самом большом. Ну вот, вытащила вам их показать. И, кстати, мы тоже в ванной заказали новый комплект, и потом тоже вам
сделаю видео, как мы там, что поменяли. Девчонки, если любите тоже такие вещи, советую присмотреться. Этот комплект состоит из трех корзин. А стоил он, по-моему, 13 или 14 евро, или 17 евро. Я уже, честно говоря, не помню, потому что я заказывала 2 месяца назад. Здесь внутри еще одна такая маленькая корзинка. Мне, знаете, кажется, это даже подойдет больше рукодельницам, опять же, каким-то, куда вы можете сложить свои нитки, если вяжете вдруг, либо если занимаетесь скрапбукингом. Да что я вам говорю, я думаю, что вы сами знаете, как вы там у себя организовываете. Но вот советую присмотреться вам, потому что удобно, что сразу приходит комплект из 3 штук. И для своей стоимости корзины абсолютно не маленькие и выполнены довольно качественно. Закажите билет на электричку не на такую, а на такую. Letty Shops решили разыграть новенькую Tesla, а еще iPhone, PlayStation и другие призы. Но обо всем по порядку. Знаете, 11 ноября стартует самая огромная распродажа на AliExpress. Ребята из Letty Shops решили разыграть много классных призов, и среди них новенькая Tesla, также iPhone и PlayStation и много еще другого. Я обязательно здесь на экране укажу, чтобы вы могли знать, за что вы можете побороться. И чтобы вы понимали масштабы этой распродажи, в прошлом году только в России было потрачено 19,3 миллиарда рублей за 2 дня. А все потому, что именно в это время действуют скидки до 70% на 1 миллион товаров, которые продаются на AliExpress. И Letty Shops всегда поддерживает распродажи, поэтому они будут разыгрывать Tesla и другие призы. Для того, чтобы принять участие, вам нужно совершить покупку, которая будет стоить не меньше $25. Также вы можете совершить покупку на $100, это будет приравнено к 4 билетам. И собирать вы можете уже с сегодняшнего дня. Чем больше вы совершите покупок, естественно, тем больше у вас билетов и больше шансов выиграть один из классных призов. Также на распродаже и до нее вы можете поймать тройной кэшбэк, но так как количество активаций ограничено, его нужно будет ловить в течение дня. Если вы еще не знакомы с тем, что такое тройной кэшбэк, либо вы забыли, то напоминаю, что вместо 200 рублей вы, например, можете получить 600 рублей. Так что регистрируйтесь в Letty Shops, собирайте билеты и участвуйте в грандиозной распродаже 11.11 на AliExpress. И все ссылки, дополнительную информацию я, конечно же, оставлю в описании под видео. И также, девчонки, не могу оставить без внимания тоже свою еще одну очень классную покупку, которую я вам показывала зимой. Это вот такой вот фен. Эта марка принадлежит марке Xiaomi, поэтому я, в принципе, со спокойной душой его заказывала. С ним все отлично. Единственное, что Лев Евгеньевич тут постарался, мне порвал коробку, потому что он из всего делает у нас гаражи и с машинками играет. В общем, ну, с феном все в порядке в этом плане, поэтому я сейчас его достану вам и покажу. Я уже говорила, что раньше я настолько была против... Не то, что против, я считала, что он мне абсолютно не нужен, но вот когда ребенок пошел в детский сад, я почувствовала в нем сильную необходимость, потому что когда он уходил, я там, допустим, мылась, мыла голову, и потом, чтобы за ним идти, мне нужно было быстренько высушить волосы, а если еще на улице было холодно, то ну, это обязательно нужно было сделать. Здесь в комплекте еще шел мешочек, в котором его можно было хранить. Это такой зеленый бархатный красивый мешок, но, честно, я его выкинула, потому что к нему липнет вся пыль, и я как бы, ну, ничего страшного не случилось. Здесь идет вот такой резиновый коврик, куда вы можете класть свой фен для того, чтобы не обжечь руки. И все это дело внутри выглядит вот так вот. Я тоже маме своей показывала его, и она себе захотела, поэтому думаю, что закажу ей на подарок весной. Он ей очень понравился. Здесь есть вот такая насадка. Я ее просто обожаю. И Лев тоже очень любит. У него волосы очень густые. И после ванны мы ему сушим. И вот он требует все время именно эту насадку, потому что она классно делает массаж. Также здесь есть вот обычный такой направляющий. Не знаю, как назвать его. И вот сам фен, собственно, выглядит вот так вот. Отличный. Качество просто идеальное. Он сделан... Ну, наверное, это, знаете, может быть... То ли металл, то ли... Да, это такой холодный, это, скорее всего, металл, но не очень прочный, но это никак на нем не сказывается, потому что он до сих пор просто в идеальном состоянии, в отличие от коробки, при довольно частом использовании. Вот так он выглядит. Здесь есть подача холодного пара, горячего пара, да, воздуха, точнее, и также можно здесь регулировать силу. Очень классная вещь, тоже рекомендую вам присмотреться 11 ноября. И, девчонки, к чему вы тоже можете присмотреться, я просто настоятельно рекомендую. Если вы любите делать записи от руки, вот такие вот красивые
записные книжки, мне кажется, достойно подойдет и, может быть, на какие-то новогодние подарки. Ну, все, что я сегодня покажу, в принципе, можно и на Рождество, и на Новый год кому-то подарить, потому что цены здесь вполне себе приемлемы. Я думаю, может быть, мама, у которой нет блендера, обрадуется блендеру, мама, у которой нет, или папа кофемашинки, обрадуется такой кофемашинке. В общем, что касается этих блокнотов, вот один я заказала себе, а другой своему брату отдам, потому что он тоже там ведет какие-то записи. Внутри все это дело, мне нравится, что он на резинке, внутри все это дело выглядит вот так вот, здесь линейки, и потом здесь есть всякая информация. Ну, здесь вам, например, это не надо, но тут всякие меры, измерения какие-то, килограммы переведены в другие какие-то, в общем, эти величины. И также здесь есть вот такая линейка, единственное, что, по-моему, тут нет календаря. Ну, то есть здесь даты, ну, дни недели написаны, но не привязаны никакой дате, поэтому вы сами можете выставлять месяц и год, если вам вдруг это нужно. А так я очень-очень рекомендую к ним присмотреться. Посмотрите, они очень действительно достойные, очень красивые. Я думаю, что любой человек, который ведет записи от руки, будет рад такому подарку. И также на распродаже вы можете присмотреться вот к таким вот инструментам для красоты. Первое, я прям очень-очень довольна этой вещью. Одна насадка у меня находится, опять же, у ребенка в игрушках. В основном преимущественно пользуюсь вот этой насадкой, то есть когда у меня есть отеки под глазами, а сейчас по утрам бывает очень часто, почему-то я не знаю. Вот, наверное, возраст уже такой. А она вообще работает. Эта вещь, насадка сама у меня хранится в холодильнике, потому что нужно, чтобы... Это камень. Нужно, чтобы он был, конечно, холодный, для того, чтобы эффект был более выраженным. Работает от батарейки, вот так вот вибрирует. И если вам нужно снять отек, вы просто вводите под глазами. Отлично снимает отеки. Если у вас еще патчи, например, тоже налеплены, то вообще эффект просто на 100%. Все остальные насадки я тоже использую. Например, вот эти вот насадки для носогубных складок, для того, чтобы делать массаж, для того, чтобы распределять крем по своему лицу. И тогда он лучше впитывается. Поэтому могу вам тоже посоветовать присмотреться. Это классная фирма. У них тоже очень много всего интересного. Но мне, в принципе, ничего не надо было, кроме вот этого аппарата. Я уже про него рассказывала в предыдущих видео, просто не знаю, видели вы или нет. И также вот в это я тоже затронула, по-моему, во влоге. Этот аппарат, это ультразвуковая чистка, тоже мне очень-очень понравился, кожа после него как персик, но я использовала где-то два раза в неделю его, и сейчас немножко подзабросила, потому что, ну, не было у меня просто времени. Этот аппарат здесь... Все пришло в таком красивом чехольчике, заряжается от USB-провода. Есть вот такая насадка, которой вы можете делать массажи с разными кремами, сыворотками. И также, в общем-то, сам аппарат, который выглядит достаточно устрашающе, он такой острый, это лопатка. Вы смачиваете свое лицо, оно все время должно быть во влажном состоянии, потому что, когда вы вводите этой лопаткой, тогда выделяется пар. Вы должны видеть, как написано в инструкции, туман. То есть, если вы прекращаете видеть пар, нужно опять увлажнить свое лицо и вводите по нему... Честно, я говорила уже, что я не думала, что кожа может быть настолько загрязненной, хотя я довольно неплохо стараюсь за ней ухаживать, но вот этот аппарат показал мне совсем другую картину, и он действительно отлично избавляет от черных точек. Я не скажу, что вы прям на следующий день увидите результат, но спустя несколько недель после его использования вы заметите, насколько светлыми стали ваши черные точки. Не могу сказать ничего плохого, мне этот аппарат понравился, вот такой звук издает. Не знаю, слышно или нет, но стоил он 17 или 18 евро, работает просто отлично. Для домашнего использования просто ему 10 с плюсом ставлю. Ну и теперь осталось показать вам свою корзину, и уже я буду заканчивать свое видео. Ссылки все обязательно найдете в описании. У меня есть также своя группа в телеграм-канале, куда я выкладываю. Ну, правда, уже давно не выкладывала, но обещаю исправиться. Сейчас куча интересных посылок придет. Я и для декора этой комнаты заказывала вазу, там нападу. Ну, в общем, потом обязательно вам покажу. Ссылку тоже на все свои контакты я оставлю в описании под видео. Инстаграм, Фейсбук. Что у меня там еще есть? Инстаграм, Фейсбук, Телеграм. Можете там посмотреть. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне их куда-нибудь, в любую соцсеть. И увидимся в следующем видео. Пока! И сейчас я вам быстренько покажу, что я планирую заказать на распродажу. Вот моя корзина. Здесь 95 товаров, но, естественно, все это не собираюсь заказывать. Есть определенные товары, которые я хочу купить. Первое – это вот такие деревянные доски. Это я хочу купить в подарок. На момент распродажи будет 23 евро стоить, но, честно говоря, я не знаю, какая была изначальная цена, потому что я совсем недавно ее только нашла и положила, когда уже ситуация была именно такая. Очень мне понравились, и отзывы на них
тоже хорошие, и фотографии красивые. Так что это я закажу на подарки. Следующая вещь, которую я хочу там заказать, это вот как раз я говорила насчет мультифункциональной фритюрницы. Вот так она выглядит. И я хотела другую, но почему-то, когда я выбираю европейскую розетку, то сразу доставка невозможна в мою страну, поэтому пока вот присматриваюсь вот к этой, и, возможно, как раз я ее и закажу. Вот если я выбираю европейскую, бесплатная доставка будет, и вот так она выглядит. Все можно в ней делать, начиная от пирожков, заканчивая, там, не знаю, курицей, картошкой фри и так далее. И вот на нее как раз идет скидка, так она действительно 105 евро стоила, я уже за ней смотрела. Так будет 88. Следующее, что я хочу там заказать, так. И далее понравились мне две вот такие сумки из натуральной кожи, поэтому пока думаю заказать вот эту или вот эту. Это, конечно, выглядит красивей, но она поменьше. И тоже отзывы, как вы видите, хорошие, и высокий рейтинг у нее. Цвета тоже есть разные. Вот. Либо это вот эта сумка от того же продавца. Подешевле, она будет 47 евро стоить. Очень красивые, и тоже разные цвета есть. И высокая оценка. Ну, сами можете посмотреть. Я ссылки на все, что я показываю в корзине у себя, я вам обязательно оставлю внизу. А дальше вот эти корзины. Этот продавец обманул. Она действительно 26,40 стоила. Сейчас, как вы видите, цена взлетела до 50 евро. И типа 11.11 будет 26,40. Это липовая скидка получается. Но эта корзина мне тоже очень понравилась, потому что... Посмотрите, как она выглядит. То есть, когда она вам не нужна, эта корзина для грязного белья, вы можете просто ее припечатать к стенке, и она абсолютно нисколько места не занимает. Вот, 50 евро, это вообще, конечно. Так что поищу, наверное, другого продавца, и у него закажу какого-то более честного, кто такой ерундой не страдает. Дальше, что я хотела заказать. Мне очень понравились вот эти вот кожаные, типа косметичка органайзер. Я хотела заказать вот Женю машину такую для документов и для всякого, что он там возит. Здесь действительно будет скидка, и она будет стоить 22,42. Точнее, это, наверное, самая вот эта вот маленькая будет стоить. Вот это побольше будет 31 стоить евро. Но до этого цена, насколько я помню, была побольше. Так, что я еще хотела? Вот эту подушку хотела заказать. Очень мне понравилось, как они смотрятся, довольно уютно. И мне кажется, очень такая она комфортная, поэтому на стол либо себе, либо ребенку вот закажу такую подушку. Действительно, на нее цена не поднималась, и особо, как видите, не опустилась там на 70 центов, но я, скорее всего, этого продавца закажу. Ну и да, хотела я заказать себе еще один набор кистей, от которых я просто в восторге. Вот. С деревянными ручками. Чехол мне этот, конечно, не нравится, но от вида самих кистей я нахожусь в восторге. И отзывы на них 1135 заказов. И смотрите, какая высокая оценка. Очень красивые кисти. Этой марке я доверяю, потому что два набора у меня как раз вот от них. Так что думаю, еще вот эти кисти. Но это из такого, что я, ну, планирую заказать точно. И вот куча всяких у меня мелочей. Но если я что-то закажу, я обязательно покажу вам в следующем видео.